Что он будет бороться с Тигой Камалевской? Очень сильный соперник имеет. Резервы, чемпионат Европы и мира. 8 человек на 8 достойных. Hadi Ahmet. Ahmet yaklaş. Hadi İsmail. Hadi İsmail. Hadi İsmail. İsmail yapma İsmail. Hadi İsmail. Али Исмаил! Амед! Игорь Тамайлы готовит. Амед, Акелабад! Акелабад! Будет бороться с Украиной. Амедко! Украина! Амедко! Амедко! Амед! Амед! Амедко! 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 Hakeme bak! Hakeme bak sana! Haydi Ahmet, haydi oğlum, buyurma! Buyurma! Ahmet! Ahmet! Sakin, sakin! Sakin! Sakin ha! Sakin! Oynama oğlum, anca bir hazır ol, haydi! Buraya basma, buraya basma. Haydi Ahmet. Эта категория даже 30 килограмм, но ребята очень-очень. Якуджа, сюда дудым бирни бана атсан. Сюда дудым бирни атсан. Я ичим я. Сюда дудым бирни атсан. Сюда дудым бирни Thank you.
Haydi Espo! Espo sakin ol, sakin! Hadi Espo! Hadi Tuğrul. Hadi Tuğrul. Yaklaş yaklaş. Geliyor. Helal. Binir binir. Вальтер Басика с турком борется. Thank you.
Да, обидно. Обидно. К сожалению, оба наши спортсмена категории до 60 кг, категории до 23 лет, выбыли из борьбы. Сейчас борются Каиза и Донмес. Друзья, тут... Адитура! Кирилл! Кирилл! Матч, матч, уже! Я! Фаттан! Фаттан, ты не сами! Если иди в Турции побеждают. Здесь дело у нас, как говорят, до 50 людей. Борется. Давай! Теперь в Казахстан, в Грузии, в Георгии. Теперь в часть заканчивается.